есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Как раздувает вьюга нашей судьбы уголек, надо беречь друг друга, путь наш не так далек. Не так далек. Ветер сшибает с круга, мрак впереди зовет. Надо жалеть друг друга, путь наш не так далек. Путь наш не так далек. Прячется смерть хитрюга возле путей дорог. Надо любить друг друга, так заповедал Бог. Надо любить друг друга, так заповедал Бог. Как раздувает вьюга нашей судьбы уголек, надо беречь друг друга, путь наш не так далек. Путь наш не так далек. Путь наш не так далек. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». И я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Анна Широченко. Здравствуйте. И аккомпаниатор Виталий. Чубейко. Чубейко. Анна, я очень рад тому, что вы приехали в Петербург. Спасибо, я благодарю что вас. Что вы нашли вот такую возможность, встречу. Откликнулись. Это, для меня это чудо, можно сказать. Ну, батюшка, для меня это практически чудо, потому что это мой город. Я здесь училась. И здесь происходило мое творческое становление. Здесь я закончила театральный институт. И пела в первом ансамбле, поющие гитары главной партии в рок-операх. Сейчас, конечно, забавно это вспоминать, Орфея Евредика и фламандская легенда, ради которой я туда ушла. Здесь протекало очень много важных для меня событий. Вот, и первые съемки на телевидении, и записи на радио. Очень много их здесь было. И потом вот, я переехала в Москву. Но в Москве состоялась моя духовная жизнь. Поэтому благодаря вам произошло мое такое вот спустя годы творческое возвращение в любимый город. Я-то видел вас по телевидению в советское время последний раз. Видите, как, да, почти так. Но, конечно, изменения видны на лицо. На лице. Вот, посмотрим, как это произошло и в музыке. Потому что моя была любимая песня оркестра, наш духовой, вот эта песня. «Нашей юности оркестр». Да. Меня она вот поражала тем, что вы поете так тихо, что начинаешь слушаться в смысл слов. Вот обычно вот вокалисты, они сразу на коня и поскакали. А вот вы заставляете людей как-то слушать. Откуда у вас такой дар? Это же целое состояние души, может быть. Как это все начиналось? Как песня вот вошла в вашу жизнь? Вот интересно. Ну, вообще песня со мной, она с детства. С детства, потому что, сколько я себя помню, знаете, отличники идут в ученые, а троечники. Я была троечница, пошла в артистки. Вот. Но я пела с детства. Были ансамбли, виа разные. Вот. И я ехала целенаправленно поступать в Москву.
где я, по счастью, завалила один экзамен «История КПСС». Вот. Да, мастерство прошла, все прошла. Вот. И благодаря тому, что я завалила один экзамен, мне пришлось ехать сюда, тогда еще в Ленинград. Я поступила на курс к Владимиру Егоровичу Воробьеву, замечательному мастеру, режиссеру. Я очень благодарна Богу за эту встречу, вот, потому что он человек настолько горячий, неравнодушный и очень талантливый во всех отношениях. Это потрясающая совершенно школа, и потом он нас учил трудиться, как никого. Вот. Поэтому, разлетевшись потом в разные края и уголки, в общем, я знаю, что все труженики. А сейчас вы кого-нибудь здесь намечаете увидеть? Спустя 29 лет мы впервые встретились после выпуска. Вот. Я, наверное, единственная, кто не видел своих однокурсников все это время, потому что я считаю их во многом счастливыми людьми, в том смысле, что, оставшись здесь, в Ленинграде, теперь в Петербурге, вот, они имеют возможность все друг с другом общаться. Ну, и как-то это очень дорого, это поддержка такая большая, потому что в Москву влетаешь, там совсем, там довольно жесткий мир, вот, и конкуренция большая. Здесь она тоже есть, но все-таки, когда заходишь в каждый театр, а там выпускники из нашего института, это, конечно, очень всегда радует, это общение. Вот я была очень рада встретиться. То есть вы сейчас в творческой среде? Я, знаете, за это время много произошло. Действительно, я оставляла сцену надолго. Очень надолго. Расскажите, да, поподробнее. Ну, да. Может быть, можно сказать, на самом взлете оставила, потому что вот вы говорите, слышали песни, вот видели ее по телевидению, действительно были песни года, песни 82, и с песней Павла Айданицкого «Наша юность и оркестр», я так гремела по стране, мы ездили и снимали, и выступали с концертами, но была очень дорогая для меня еще работа с Михаилом Леонтьевичем Тривердиевым, с которым мы записали целый цикл на радио, и известные песни, и песни цикл Марины Цветаевой. И что-то мы писали к кинофильму «Конец операции «Резидент». К сожалению, туда вошла только одна песня, которую спела сама героиня, роман с «Чайки-кричайки». Он мне меньше нравится, чем та песня «Мельница-метельница», которая должна была быть на титрах. Вот. Но, к сожалению... В общем, я ушла вот в этот самый период, потому что была акция возрождения. Знаете, как говорят, даже не поймешь. Наверное, потому что были вопросы. Вот я говорила, зачем я все время задавала, зачем я здесь, зачем я в этом доме, зачем вокруг я слышу голоса людей мне близких и таких далеких от мысли, что восходят к небесам. Зачем я здесь, и от чего мне мало земных печалей, радостей земных. Не от того ли, что сквозит усталость во взглядах ищущих, растерянных, больных, что нужно мне, что так душа томится, как будто голос слышит вдалеке, куда так сердце рвется пленной птицей, не в силах вырваться из сотканных сетей. Ну, вот я оставила сцену после замечательной поездки акции возрождения. Себя искать стали, да? Правду какую-то, да, о себе. Вы знаете, мне нужно было просто... Я настолько... Вот корабль – это такое очень близкое общение. На корабле быть звездой, а так получалось, что ну, у меня жанр такой, понимаете, с гитарой я появилась на корабле. И там не было куда спрятаться. Батюшка, кстати, был на корабле в акции возрождения, он сказал, дайте ей отдельный номер, тайный, чтобы никто не знал, чтобы она могла в нем там спасаться. Потому что люди потребители, они хватают гитару там, помимо концертов. Угу. Вот. И очень любили, но от этой любви, конечно, было очень трудно, не знал, куда деться. Вот. И я в этой акции возрождения были разные секции. Я у философов сидела в секции и тоже искала, потому что искала ответ на вопрос, ну как жить?
все-таки. Вот. И что делать? Вот даже эту любовь преломить, знаете, она меня привела к огромному покаянию. Я однажды открыла к такому покаянию, которое, может быть, вот еще вот сейчас, наверное, вновь наступает второй раз. Вот. Потому что я открываю однажды каюту, а у меня там она вся полна белых хризантем. Вот открыли что-то, закрыли. Вот это вызвало во мне такую реакцию неожиданную. Вдруг такое, я завыла, я вдруг увидела себя летящей в бездну, и пока я летела, я видела все свои грехи. А нужно было ехать на концерт, и я не могла встать. И я не знала, как мне выйти к людям, и что я им могу сказать. Вот. И была очень большая пауза, пока сам батюшка меня не вернул на сцену. Отец Артемий Владимиров. Дай бог ему здоровья. Да. Ну, должен был пройти период, наверное, какой-то, чтобы хоть найти... еще что-нибудь. Что у вас там по плану? Вы знаете... По-вашему. И у вас есть таисинские вечера здесь. И когда-то я приехала впервые сюда много лет назад, и у меня не было песен... святым петербургским. И когда я уехала, я нашла у монаха Лазаря Афанасьева вот стихи. Ксения Блаженная написала песню. Ксения Блаженная. Блаженная. Грозен грех, что летит, как стрела роженная. Помолись, защити, Ксения блаженная. Помолись, защити, Ксения блаженная. Помолись, помоги, блаженная Ксения, помолись, помоги, блаженная Ксения. Труднее наш путь, что-то с нами станется. Помолись, не забудь, блаженная странница. Помолись, не забудь, блаженная странница. Милосердный наш спас, о, святая Ксения, да помилует нас за твои моления, да помилует нас за твои моления. Спаси, Господи. Видно вот ваше трепетное отношение к звуку, к каждому, к каждой букве. Спасибо. Вы все это Спасибо. Через себя пропускаете. Откуда у вас такие, такой тюнер духовный, как сейчас говорят? Откуда у вас такие? Ой, батюшка, если бы вашими бы устами, если бы всегда так получалось, вот, но ведь...
когда я вот читала стихи, зачем я здесь, даже я думала, зачем я выхожу на сцену. Все равно вот я песен очень много красивых, к которым я, кстати, вернулась. Я пою эти романсы, я являюсь одним из основателей клуба романсов в Москве, который существует уже 24 года. Но мне, конечно, не хватало вот тех настоящих песен, тех настоящих слов, которые, ради которых имеет смысл выходить на сцену. Так бы, так я ее оставила и оставила когда-то, ведь я считала, что это несовместимо со спасением вот сцены и спасением. Вот. Но именно батюшка меня и вернул. Вот. Поэтому очень хочется. Я очень много выходила на сцену с отцом Артемием Владимировым. Вот. И там я сидела тихо, как мышка, в платочке беленьком. Иногда он говорил, а сейчас одна раба Божия нам споет. Или раба Божия Нина, потому что я в крещении Нина. Вот. Нужно было к его вечерам, беседам, а тогда это было... Сейчас это бесценно, а тогда это просто как воздух было, потому что это 95-й год, 94-95-й год, самое начало. У нас был большой зал ДК «Меридиан» в Москве. И батюшка беседовал с детьми и взрослыми. И вот к его вечерам я должна была либо находить, либо писать. Пришлось их писать, потому что песен тогда еще было не очень много. А многих духовных я не знала. И так возникло очень много песен. Ну и отношения, конечно, к ним, потому что это самые драгоценные слова, которые хочется передать. Ты, к сожалению, мне кажется, не всегда это можешь сделать полноценно, но пытаемся. А вот вы пели песню, это «Иеромонах Лазарь», да, или кто? Это монах Лазарь, он недавно почил в этом году. Царство он, небесное. Да, 5 марта. А почему вот вы остановили на нем свое внимание? Вы знаете, когда я сейчас даже не могу вспомнить, как произошло наше с ним знакомство. Он известный довольно поэт, и у него много сборников. Оказывается, до этого, до того, как он стал писать духовные стихи и книги об Оптине, он очень много писал, детских очень много книг. Виктор Афанасьев, он сначала был как поэт Виктор Афанасьев, а потом он стал монахом Лазарем. Вот. И я увидела его стихи, кажется, еще до пострижения. И они очень совпали вот с таким глубоким покаянием, вот, абсолютно беспощадным по отношению к себе. Мне это было очень близко. Угу. Причем по-мужски это было очень лаконично. Угу. Вот. И мне хочется говорить таким мужским языком лаконично. Угу. Это в самую точку. Вот. Хотя и женщины многие говорят хорошо. Вот. И, а потом как-то я написала, увидела стихи, первую написала песню «Журавлики», которая прозвучит еще вот, на его стихи. И мне нашли его телефон, и первая строка меня не устраивала. Он уже был монах. Вот, я позвонила и говорю, батюшка, вы знаете, вот эта строка очень, очень неудобно звучит. Можно я ее изменю? Mm. Ну, это такое смиренное отношение. Он говорит, да меняйте, как хотите. Да? Да. И потом он изменил уже так, как было у меня. Вот. А дальше все просто замечательно. И потом он мне передавал вот какая-то, знаете, наша дружба. Вот бывают такие встречи, вот удивительные, чудесные. Ну, давайте еще что-нибудь споем. Давай. Перемежать песнями ваш рассказ интересный. Ну, вот очень много песен возникает. Как мысли, как пожелания, какие-то поздравления. И, конечно же, вот, батюшек своих мы любим, поздравляем. И вот эта песня возникла как пожелание батюшкам, вот и вам тоже. Спасибо. Дорогой отец Анатолий. Вот, называется она «Пастырь добрый». Сколько дорог, сколько путей сходится тут. Море тревог, море страстей люди несут. Им все равно, что за окном день или ночь. Знают они, что только он может помочь.
ночь. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Так день за днем в вечных трудах, в круге забот, в мире людей, бед и скорбей, жизнь вся течет. Он бы и рад время унять, чтобы успеть всех ободрить и поддержать, и обогреть. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Господи, дай ему силы все претерпеть до конца, чтобы в безоблачном мире встретились наши сердца, чтобы горел не напрасно этот живой огонек, и чтобы он свою паству в бурях последних сберег. Спасибо, Господи. И вам тоже помоги, Господи. Да, такое посвящение. Кстати, да, нелегкий крест священнический. Вот, я смотрю, вы тоже слушали, ну, грустно немножко, потому что, когда мы собрались с клиросом, они мне сразу решили помочь и подпеть. Все наши батюшки сидели тогда за одним столом, и я так удивилась, мы так радостно поем эту песню. Вот, и они строго сидят и не улыбаются. И мы потом спрашиваем, Рыгин спрашивает, говорит, а почему вы не улыбаетесь? Он говорит, да ответственно очень. Да, так вас приняли. А когда вы начали петь духовные песни, вам приходилось стучаться, да, к людям? Ведь это же другое состояние, да, души? Вот я еще был, может быть, не поцерковлен, тоже писал песни, они были близки к духовным. И когда я начинал исполнять, я встречал такое немножко непонимание. Вы сразу в определенной среде начали их исполнять, или вам пришлось пробиваться? Конечно, вы говорили, что отец Артемий, да, он помогал. Сразу, он сразу вас поставил на рельсы, да? А ну, такого не просто было, что вот как-то вот приходилось что-то... Знаете, просто потом... У меня, конечно, сразу были слушатели, потому что, когда батюшка взял меня в свои вечера, залы были большие, потом мы сразу стали по следам вечеров писать кассеты, тогда еще потом вышли диски. Вот. А когда я уже вышла со своими выступлениями, потому что, конечно, я у батюшки отпросилась, это все-таки очень тяжелые послушания, от этого очень страдают дети, потому что, вот вы знаете, батюшка такой писать каждый месяц, вот даже по одной песне, это большой труд, огромный. А мне приходилось каждому вечеру писать от 6 до 12 песен. От 6. Я иногда приходила к батюшке, говорю, батюшка, не осталось ни строчки музыкальной, ничего. И он широким крестом меня благословил и говорил, вдохновение Романа Сладкопевца да снизойдет на вас. И в эту ночь 12 песен. Да. Поэтому как бы даже почти к ним не имеешь отношения. Но после этого пришлось заниматься очень многим. И вести вечера какие-то в театре. И передачи. 5 лет я вела передачи на радио авторские. А бывшие слушатели этой программы, это программа коммунистическая была. И я понимала, что они так сразу вот не перестроят. И очень приходилось следить и за словом, и вот кого я приглашала. И поэтому даже все песни мои, мне кажется, они такие, ну, пограничные, вот между. У меня даже есть такая песня, которую я начинала писать в одно
время, а завершилась она в другое время. Вот сейчас бы уместно было ее исполнить. Потому да, что передача заканчивается стремительно. Первая часть передачи. Ну, видите, много говорю. У нас две части. Спасибо. Я предупреждал. Вот эта песня, понятно, что все-таки каждый, наверное, я надеюсь, ищет какой-то свет в своей жизни. Там, не там. Я понимала, что его надо искать. Вот. И поэтому пришло время, если ищет, то все-таки как человек делает один шаг, а Господь 10 навстречу, да? И вот эти слова я начинала писать, я все отдам за этот свет в конце, он нужен мне, чтобы дышать свободно. А где его искать, я не знала. Вот потом, спустя годы, дописала. Называется «Этот свет в конце». Я все отдам за этот свет в конце, он нужен мне, чтобы дышать свободно, чтоб не замкнуться в адовом кольце земных забот, сжигающих бесплодно. Я все отдам за этот свет в конце, чтоб жить легко, чтобы не помнить зла, прощать обиды и просить прощения, чтоб славы не искать или венца, или в пустых забавах утешения, чтоб, падая, подняться всякий раз, чтоб не блуждать в пророчествах туманных, идя над бездной, видеть небеса. И этот свет единственно желанный. А день придет покинуть этот мир без грусти и тоски о жизни грешной, для встречи с тем, кто время сотворил и нам отмерил больше или меньше. Но каждому довольно, чтобы успеть его узнать до часа посещения и сделать шаг, и в этот миг воспеть всю беспредельность Божьего прощения. Я все отдам за этот свет в конце. Дорогие мои, наша передача закончена. С нами была Анна Широченко. И Виталий Чубейко. Виталий Чубейко. Божьей помощи вам и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях.